мы продолжаем делать тест двух скрипок. Вот. Они разные по мензуре, поэтому будет, может быть, немножко фальшиво. На это не обращайте внимания. Вот сейчас скрипка старая. Еще раз сыграю, смычок плохо натянут. Так. Берем другую скрипку, там значит, современного мастера. Вот, как я говорил, мензура разная, поэтому интонация может страдать.